Семья Байрамовых живет в своем доме с 2003 года. В холодный период топили дровами. За длинную зиму уходило только на обогрев более 20 тысяч рублей, плюс траты на электричество. Топили дровами, вот котел самодельный. Но очень тяжело было, конечно, трудно было. И жена поэтому не могла на работу устраиваться, дома она осталась, постоянно топила, дети. Вот сейчас газ провели, спасибо им, нормально, хорошо, удобно. По программе догазификации абоненту бесплатно проводят сети до участка. Оборудование и работу в самом доме оплачивает хозяин. Котел мужчина купил еще до Нового года. Обошелся он в 100 тысяч рублей. Мужчина считает, что эти затраты очень быстро окупятся. Ну, раньше центрального газа не было у нас, и мы не могли подключаться. Нам очень дорого обходилось оттуда. Но сейчас, спасибо им, сделали улицу, провели, а потом дальше уже своими средствами. Нормально, удобно. На заключительном этапе перед пуском газа специальным прибором проверяют все сварочные и резьбовые соединения. Если утечек не обнаружено, приступают к запуску и проводят инструктаж. При запахе газа надо открывать окна, двери, перекрывать краны, задвижки перекрывать, незамедлительно звонить в службу 04, и специалисты газовой службы приедут и будут уже дальше обследовать и смотреть. Если выявят какую-то либо неисправность, то, соответственно, ее устранят. Государственная программа догазификации действует до конца года. Однако «Нефтеюганск ГАЗ» призывает жителей подать заявку и подключиться уже сейчас, так как с наступлением осени может возникнуть ряд трудностей, которые помешают подключению, в том числе неблагоприятные погодные условия. Для того, чтобы стать участником программы, нужно обратиться в офис по адресу улица Сургутская, 17, или по телефону, который вы видите на экране. Олеся Белова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск».